Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области продолжается расследование уголовного дела по факту обнаружения тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти, огнестрельного ранения в область головы. По данным следствия, 15 февраля 2021 года в одном из офисов, расположенном в городе Новомосковск Тульской области, 42-летний мужчина выстрелил в голову своей бывшей супруги. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Он дал признать показания. Кроме того, в рамках уголовного дела допрошены свидетели, изъято орудие убийства, назначены необходимые судебные экспертизы. Сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.